Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Головива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется городской велосипед от украинской торговой марки «Команчи». Модель называется «Соло». Это велосипед женский, у которого три скорости, размер колеса 26 дюймов, рама алюминиевая. Ну, комфорт и качество самое основное на этом велосипеде. Дамы на таком велосипеде катаются для того, чтобы на них смотрели, и на самом деле дамам, чтобы было удобно на этом велосипеде кататься. При более детальном описании хочется сказать, что стоит покрышка широкая, толстая, с гладким протектором, швин. Это немаловажно, хорошая покрышка на хорошем велосипеде. Обода здесь двойные, алюминиевые, что делает велосипед легким. Передняя втулка Jotech с легкосъемным эксцентриком позволяет легко снимать и ставить переднее колесо при транспортировке. Это большой плюс. Вилка здесь жесткая. Это делает велосипед на самом деле легким. Так как широкие, видите, какие здесь широкие покрышки, то они и работают как амортизатор. Поэтому на таком велосипеде амортизация по сути и не нужна. Крылья здесь идут металлические, с опорами, которые удерживают крыло надежно, оно не дребезжит. Спереди стоит корзина, она тоже металлическая. Ну, делают добротно хороший велосипед, для того, чтобы можно было кататься. Велосипед крепится спереди в двух местах, на руле и на вилке. Это специальными инструментами. Руль, как вы видите, удобный, широкий. У руля есть возможность изменять высоту. Здесь специальный болт, который, открутив, можно поднять и опустить руль под ваш рост. Ручки руля из кожи. Это кожаные ручки, комфортные. Руки не будут потеть в жару. Переключатель на руле трехскоростной. Это RevoShift от торговой марки Shimano. Модель называется Nexus 3. Тормоз спереди идет ручной. Это V-брейки, а сзади ножной тормоз. Можно тормозить на велосипеде ногами, как девушки многие любят. Защита идет металлическая, с классическим орнаментом, очень красивый, пафосный рисунок на защите цепи. Шатун здесь алюминиевый, удобный, комфортный. Цепь ходит в одной плоскости, тем самым надежность велосипеда высокая. Цепь долго будет работать без проблем. Ну, здесь переключатель это было марки Nexus, это трехскоростная, переключалка задняя. Велосипедное колесо комплектуется покрышками под автомобильный ниппель, толстый, легко накачивать. Заднее крыло тоже с упорами, которые позволяют надежно держать сам велосипед. Если вас заинтересовал данный велосипед как городской, то, конечно, он будет работать. Но также есть возможность установить багажник. Вот отверстие одно, и здесь отверстие возле переключателя другое. Тем самым тут можно установить с легкостью дополнительно багажник и потом перевозить детей маленьких. Ну, такое дело, катать на велосипеде. Ну, конечно, сказать стоит, что это велосипед с планетарной втулкой. Планетарная втулка имеется в виду то, что все передачи спрятаны в заднем, во втулке заднего колеса. Это узел защищен от влаги, грязи, и не попадает ни сюда никакая грязь, поэтому работать будет надежно и долго. Срок эксплуатации очень высокий самой втулки. Трехскоростная втулка Nexus. Ну, велосипед имеет также широкое классное седло, его называют многие еще диван, у которого, как вы видите, здесь пружины с двух уровнем. Одна и вторая пружина срабатывает в разной жесткости, тем самым на кочках девушкам будет комфортно кататься. Ну, будет комфортно на самом деле. Диван, что еще сказать? Если вас заинтересовал данный велосипед от торговой марки Команчи, модель называется Соло. Обращайтесь в наш киевский спортивный магазин «Головива». Мы вам рекомендуем этот велосипед как трехскоростной городской байк для девушек. Если вас заинтересовал наш видеообзор, пишите. Будем рады вашим отзывам. До скорых встреч!